хочу еще сходить на карусели. Да, милая, покатаемся на каруселях, как только вернусь. Но тебе пора спать. Прощайся и передай трубку маме. Спокойной ночи, пап. Люблю тебя. С тех пор, как вернулись, только и болтает о карусели. Как я по вам скучаю. Да, я тоже. Скучаю, Джимми. Я тоже по тебе скучаю. Ученым из корпорации Гентек, несмотря на все попытки, до сих пор не удалось найти объяснение так называемой вспышки. На место уже прибыли элитные войска под названием «Черный дозор». Я думала, все уже кончилось. А теперь говорят, что опять началась эпидемия. Постарайся успокоиться, хорошо. Через пару недель вернусь домой. И тогда поедем к твоей матери, пока все не уладится. Свидетели утверждают, что вчера в Центральном парке женщину и двух подростков убил так называемый «живой мертвец». Представители Гентек подтвердили, что преступник действительно заражен вирусом Мерсера, который все считали истребленным еще в прошлом году. За окном постоянно маячит черный дозор. Школу Майи закрыли. Вряд ли стоит тут оставаться. Пришли, просили не разводить тут панику. Тогда не разводи панику, договорились. Приеду завтра вечером и отвезем Майю к твоей матери. Ладно, если говорят, что все под контролем, значит так и есть, да? Наши источники в правительстве Нью-Йорка считают, что черный дозор ведет в городе военное положение в ближайшие двое суток. Мы настоятельно рекомендуем всем, кто может, начать эвакуацию прямо сейчас. За последние 72 часа вирусная эпидемия достигла небывалых масштабов. Очевидцы сообщают, что видели Алекса Мерсера, ответственного за эту катастрофическую вспышку. Что я так далеко от вас? Скучаю, папуль. Я тоже, моя милая. Но не бойся. Папа уже едет.
Никто такое не переживет. В его организме вирус. Поэтому и нужны эксперименты, доктор. А если результат вас не устроит, Рукс, что тогда? Хеллер — собственность Гентек. Если что, все сжигайте. Сжечь? Нет, ни за что, нет. Образец бесценен. Полковник приказал сжечь. Значит, сожжете. Пора начинать. Что за чертовщина? Это твоя судьба. Я избрал тебя. Ты что со мной сотворил? Я дал тебе вирус Мерсера. Его ведь так называют, да? Тот же вирус 2 года подряд. И тот же самый черный дозор спасает Нью-Йорк. Очнись, Хеллер. Нет никакой эпидемии. Это испытание биооружия. Его разработал Гентек. Его контролирует дозор. А винят во всем меня. Эта пешка сейчас это докажет. Джеймс Хеллер, лейтенант дозора иди Марк Саймон. Иди в жопу! Да, не спеши. Спокойно. Подождем, пока дойдет. С нас хватило вмешательства Мерсера в подрыв Нью-Йорка. Его необходимо схватить. Думаешь, он способен еще больше напортачить? Я был в группе Гентек, которая разработала вирус, Саймон, в 1964 году. Я не позволил уничтожить труд своей жизни. Что это? Каждое поглощенное существо делает тебя сильнее. Ты можешь принимать их облик, и ты получаешь их память. Я слышал тебя. Я видел этот твой вирус, но пока не видел доказательств, что верить нужно тебе, а не им. Нет. Тебя выбросили, Хеллер. Тебя запихнули в клетку с 50 зараженных. А потом попытались тебя сжечь. Я не выпускал вирус. И я не убивал твою жену и дочь. Чего ты хочешь? Пойти против них? Я хочу их уничтожить. Дозор, Гентек и их вирус. И мне нужна твоя помощь. Но сначала ты должен кое-что сделать. Гентек экспериментирует с вирусом, создает самых разных зараженных тварей. Тебе нужна эта ДНК. Когда будешь готов, я найду тебя. И ради бога, блин, надень что-нибудь. Отец, я вас не трону. Джеймс? Ну, долгая история. Но я не знаю, зачем ты здесь. Я здесь, потому что вы многое знаете, многое слышите. Мне нужна ваша помощь. Да, я много чего слышал. Плохого. Инфекция просто скосила всех. Я пытался помочь. Я пытался. А потом явился черный дозор. И что они? Забрали здоровых. В лагеря. Заразили их. Посадили в клетки с монстрами. Мы с друзьями пытались их
освободи, но нас поймали. А с дозором ведь не шутят. Это еще посмотрим. Отец! Джеймс, ты был в парке? Ага. И ты их остановил? О, еще как остановил. Отец, все хорошо? Идем. У нас много дел. В Нью-Йорке 10 тысяч солдат Черного Дозора. И кто знает, чем Гентек занимается в этих лабораториях. Надо от них избавиться. Вы ему верите? Даже не знаю. Но могу сказать, Джеймс, если Алекс Мерсер хочет перебить весь Дозор и Гентек, туда... Я за него. А как же Бог? Он не против? Я сам с ним разберусь. Сабрина, мы вас сегодня не ждали. Боюсь, некогда болтать. Вы должны были доложить 24 часа назад. Вы не получили сообщение? Я жду результатов воздействия на семью Суарес. Оба родителя погибли, но у детей проявляются удивительные последствия вируса. Ах, да. Дети с четвертой стадии рака печени. Да. Это вы к чему? Сержант, видали, как старик развалился? Я записал. Ты же знаешь, это против правил. Давай сюда. Блин, нельзя так. Таких надо усыплять. Осторожно, капрал. Если кто-то из начальства услышит, придется вам, так сказать, сменить карьеру. Да мне насрать. Я здесь, чтобы в людей стрелять, а не в сраных мутантов. Достойное мнение, полагаю.